Впервые в Казахстане. Центральные и местные исполнительные органы во всех регионах поборются за звание самого этичного государственного органа в первом республиканском конкурсе «Лучший уполномоченный по этике». Конкурс организован для повышения правовой культуры и эффективной работы государственных органов в рамках национальной программы «Рухани Жангару». Все подробности о конкурсе на сайте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции kazmet.gov.kz.